Пароль, товарищ генерал. Вам привет. Из Варшавы? Нет, от Попова. Ключевые слова. Варшава, Попов. Да-да-да. Радируйте Медведеву. Пусть подключает к себе, но проверит основательно. Пойдешь в Ровно. Проверите с Грачевым адрес. Легионов 15. Пароль. Вам привет. Из Варшавы? Нет, от Попова. Ключевые слова. Попов, Варшава. Проверите все основательно. Когда все станет ясно, привлечете к работе или локализуете. А кто там? А кто там? Ты вернешься и расскажешь. Примет не сообщили. Ясно, товарищ полковник. Когда идти? Сейчас. Добрый день. Добрый день. Вам привет. От кого? От меня. А постарше никого нет? Есть постарше. Иди, Маечка. Привет из Варшавы? Нет, от Попова. Ага. Квартира просторная. Три большие комнаты, кухня с верандой, но неудобные окна, на улицу ни черного хода. Живет со старенькой матерью, брат-сестра. Живут обособленно, хорошо знает немецкий язык. Говорит, что завербована службой безопасности Гауптштурмфюрером Геттелем. Так, в ресторане появилась новая фигура. Штурмбанфюрер фон Ортель. Ходит в форме майора медицинской службы. Откуда известно, что он штурмбанфюрер? Геттель так его назвал. На Deutsche Straße у него что-то вроде конторы под вывеской частной зублечебницы. Вроде никакого официального поста не занимает. С местными властями держится независимо, но в СД пользуется большим влиянием. Он симпатизирует двоюродной сестре Лисовской Майе Микоте, тоже завербованной Геттелем. Псевдоним Микоты 17. Это информация только от Лисовской? Да, от нее. В ресторане каждый вечер бывает ефрейтор Шмидт, дрессировщик собак Коха. Понятно. Вот что. Пускай Лисовская устроит вечеринку и пригласит Ортеля и меня. Хорошо. У тебя все? Все. Счастливо. Мало того, господа, что мы уже год торчим в этой дыре, так Берлин еще присылает на наши головы какого-то выскочку. Если говорить о Берлине, то я подчиняюсь начальнику 4-го отдела Шелленбергу. Я вчера говорил с коллегами из Берлина, господа. Он получил штурмбанфюрера только 3 месяца назад. До этого был где-то во Франции. Есть поговорка. Чем длиннее речь, тем меньше смысла. Для одних это слишком длинно, для других уж очень коротко. Мне пора.
Мне бы не хотелось, чтобы нас видели вместе. Я понимаю, штурмбанфюрер. Здесь есть запасной выход на соседнюю улицу, через подвал пекарни. Садитесь, господа. Доктор Йоргельс, если не ошибаюсь. Очень приятно. Вам следует познакомиться с инструкцией по усилению охраны железнодорожных узлов Ровно, Сдолбунова, Сарн, Луцка, Ковеля. Прошу прощения, господин штурмбанфюрер, но вы, очевидно, как человек новый, не знаете, что мне подчиняется только Ровно. В других городах есть свои управления СД, и поэтому впредь прошу запомнить. Я всегда знаю, что мне необходимо. С сегодняшнего утра охрана перечисленных мной объектов подчиняется непосредственно вам, Йоргельс. Соответствующие инстанции получили распоряжение рейхсфюрера Гиммлера на этот счет. В ваше распоряжение поступают также дополнительные пеленгаторы. Штурмбанфюрер Шихтер, вы должны в течение 3 дней создать мобильные части, которые по боевой тревоге в течение нескольких минут должны выехать к месту высадки вражеских парашютистов в район обнаружения рации или партизан. Предложение завтра до 10. В самостоятельности СС никто не сомневается. Но прошу запомнить, малейшее пренебрежение к данным инструкциям будет наказываться так, что даже отправка на фронт покажется приятной прогулкой. Садитесь. Итак, господа, в мою задачу входит лишь согласование действий всех спецслужб в целях пресечения акций советско-русской разведки и партизан. Не более того, но и не менее. Исходя из сложившейся политической обстановки на оккупированной Украине, с целью активизации партизанского движения, разработайте мероприятие по реализации приказа НКО номер 189. Антон.
Так, значит, господин Бабах опять проигрался. Он вообще-то когда-нибудь выигрывает? Нет, его интересует не игра, а только выигрыш. Да, такие, как правило, проигрывают. Вот этот обер-лейтенант Зибер. Мне кажется, я его где-то видел. В ресторане часто бывает, но у меня он первый раз. Он с Миллером пришел. Понаблюдайте-ка за ним. Хорошо. Я, герр майор? Wir marschieren. Мы уходим. Genug. Komm, wir gehen. Siebert, wir fahren weg. Der Cognac von Ihnen war heute einfach herrlich. So fein. Er vervollkommnete Ihre Schönheit. Ach, wie schade, dass Sie schon gehen. Und trotzdem habe ich Sie schon... И все-таки я вас где-то видел, господин обер-лейтенант. Возможно, господин Гауптштурмфюрер. В каждом городе встречаются офицеры. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 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 Майя? Зи? Haben Sie was vergessen, Herr Oberleutnant? Вы что-то забыли, обер-лейтенант? Вам привет от Попова. А я ждала из Варшавы. Это Ежи. Мой муж. Он очень любил меня. Жалел. Это были самые счастливые дни моей жизни. Он красивый, правда? А когда в форме, глаз не отвести. В начале войны немцы его взяли в плен. И в тот же день расстреляли. Ой, как я тогда плакала. Сколько у человека может быть слез? Я собиралась покончить с собой, но мне жалко было маму и сестру. Скажите, а как вы познакомились с Поповым? И когда? Это было в начале 41-го года. Я тогда работала на почте. У него жена умерла. И он стоял часами у моего окошка. Мы стали встречаться.
гуляли по городу. А потом мы полюбили друг друга. Очень хороший человек. А однажды он ушел из дома, и все. Ничего не скажете о нем? Нет, к сожалению, я ничего о нем не знаю. Я знала, он работал в разведке. Оставил мне пароль. Я давно ждала связи с вами. Мне кажется, вы слишком осторожны со мной. Но мне нравится, что вы делаете все так осторожно. Всесторонняя проверка показала, что Лисовская и Микота надежные и преданные нам люди. Это же подтверждает и данные о них. Грачев просит прислать повестку на Валентину для отправки в Германию на работу. Он предлагает объявить Валентину своей невестой Фольксдойче и под предлогом ходатайства об освобождении ее от отправки в Германию добиться аудиенции. Аудиенции? У кого? У Коха. Радисты пошли. Антону. На номер 973. Пух советовался с Акимом, спокойным, Вали. Предлагает провести акт возмездия над Кохом. Мной дано согласие. Тимофей. Сидишь? Пошли, пошли. Откуда тут взялся этот обер-ефрейтор? И почему пустили собак? А это необычный ефрейтор. И собака у него необычная. Тут уже поднимали шум из-за него. Особенно фронтовики. Откуда же им знать, что это дрессировщик собак самого Гауляйтера? Господин Гауляйтер так любит собак, что держит своего дрессировщика. Он ходит в ресторан не по собственной инициативе. Он водит сюда овчарку для тренировки. К тому же для собаки здесь готовят специальное блюдо. Да. Давно не видел такого красавца. Я на минуточку, Фридрих. Я большой любитель собак. И когда я вижу такого красавца, как ваш, один экстерьер чего стоит? Если я не ошибаюсь, ему не больше года. Я очень рад. А то я думал, что только мой хозяин неравнодушен к этим животным. Оказывается, есть офицеры, которые понимают в этом деле. Разрешите представиться. Личный собаковод Гауляйтера, обер-ефрейтор Оскар Шмидт. Обер-лейтенант Пауль Зиберт. Вы знаете, Оскар, я бы хотел приобрести щенка с родословной. Я вам хорошо заплачу. У меня редкая специальность, господин обер-лейтенант. Дрессировка, дело тонкое. Не каждый может владеть таким искусством. Вот мать вот этого, лучшая из восьми. Она носом чувствует неорийца. Клянусь вам, Гауляйтер очень доволен моей работой. Только платят буквально гроши. А деньги мне нужны. У меня есть ровно девочка. Просто объедение. Хищная девочка. Я, господин обер-лейтенант, уже с детства люблю все хищное.
Но она причиняет мне жестокие страдания. Ходит к ней гестаповец, Рябой. Подарки приносит. То отрез на платье, то часики, то еще что-нибудь золотое. Ему легко дается. Сделает обыск и готово. Вот она и липнет к гестаповцу. Знаете, друг мой Шмидт, я сожалею, что раньше с вами не познакомился. Может, я и смогу помочь вам в сердечных делах. Пока еще не поздно, приходите ко мне в любое время. Не стесняйтесь. Может, что и найдется для вашей девочки. У каждого свои неприятности. У меня их тоже хватает. Например, моя невеста никак не может оформиться как Volksdeutsche. Ее отца после моего посещения убили бандиты. Сожгли дом. Документы сгорели вместе с домом. Попробуй докажи, что ты арийского происхождения. Я даже чувствую себя в какой-то степени виноватым в гибели ее отца. Но это еще не все. Мою невесту мобилизуют в Германию. Ах, какая неприятность. Вот если бы фройлен работала в рейхскомиссариате. Если бы работала. Я, к сожалению, даже не знаю, к кому мне обратиться за помощью. Знаю только, что этот вопрос может решить один единственный человек. Гауляйтер Кох. Да-да, он один. Капитан Бабах, мой земляк. У нас с ним очень хорошие отношения. А кто он? Адъютант Гауляйтера. Послушайте, Шмидт, если вас не затруднит, может быть, вы меня познакомите с ним? Да, пожалуйста, спасибо. Я заранее вам благодарен. Почему вы так жаждете отыграться, господин капитан? Потому что я просадил 860 марок, и сегодня должен отдать долг, а у меня в кармане всего 200. И жалование через неделю. Вы надеетесь отыграться? У меня нет другого выхода. В этом зале сидит проклятый танкист. Сейчас он подойдет за долгом. У меня нет другого выхода, как предложить ему сыграть еще. А если вы снова проиграете? Тогда хоть пуля в лоб, хоть на фронт. Ну, безвыходных положений не бывает, да. Ваше здоровье. Вот он идет. Кто? Танкист, черт бы его побрал. Сидите, сидите. Добрый вечер. Я вынужден, господин майор, просить вас об отсрочке долга хотя бы на неделю. Право, я просто в ужасном положении. Прошу прощения, Бабах, но через неделю я уже буду далеко отсюда. Оставьте адрес, я вышлю вам деньги. Деньги нужны мне сейчас, в Орле они мне будут ни к чему. Я поражаюсь вам, господин капитан. Вы в затруднительном финансовом положении и не напоминаете мне о моем долге. Неделю назад я одолжил у вас 800 марок. Может, вы запамятовали? Благодарю вас, господа. Зиберт. Я просто не ожидал. Благодарю вас. Вы поступили как настоящий друг. Главное, как нельзя вовремя. Я верну вам ровно через неделю. Слово офицера. Да, Шмидт говорил мне, что у вас какие-то неприятности. Неприятности какие? Он сказал, что у вашей невесты утрачены документы, что она Volksdeutsche. К сожалению, это правда.
И отец погиб от рук бандитов, а с ним все документы. Это очень мешает нам. Она хочет подать прошение на имя Гауляйтера. Я надеюсь, что господин Гауляйтер уладит ваше затруднение. О встрече я позабочусь. Спасибо. Нет, с танкистами я больше в карты не играю. Ты снова уже пьешь. По-російськи говоришь и все пьешь. Скільки ти вже будеш пити? Вже третій день п'є. То ти скажи йому що-небудь. Тьфу! Третій день п'є. Тобі куди йти? Скоро пойду. Проваливай. А поправься. Слушай, а ты не знаешь, кто ровно из наших под немца работает? Тут про это поменьше спрашивай. Полезнее будет для здоровья. И наши идут. Про меня не-не. Мне тут знать никого не положено. Ну, наконец-то! А то я жду, жду. Здорово. 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 Почты не было? Нет, третий день никого. Ты вот что, Сашка маленький придет. Передай ему, что на русском кладбище у шоссе его будет ждать Гнедюк. Запомнил? Ну. Ты точно запомнил? Точно, все передал. Смотри, с тех или из начальства кто припутает, плохо будет. Ладно. Выпьешь-то на копейку. Шуму на червонец. Ладно, ладно, бывай. Его на явке нужно срочно менять. Вернемся, доложу полковнику. Правильно. Який гарний хлопець. Слухай, ти наколоть дров мені не поможеш, а то в селі у нас одні діди та жінки. Самогонка єсть? Для такого, як ти, знайдеться. Послухай, а як же ти колоть будеш дрова, коли ти такий п'янющий? Не беспокойся, на всю зиму обеспечу. Я... Работник справний. Ого, воно і видно, який ти справний. Сидь, куриця. Я тут на важном секретном деле состою. Я партизан. Поняла? Ну, добре. Я іншим разом зайду.
бачиш, що вже троє йдуть. Боже мій Боже. Що буде? Еще что? Может, связных называл пароли? Ничего. Матерью клянусь, ничего. Один раз болтнул только, что я партизан. Да какой ты партизан? Я понимаю. Виноват. Но, товарищ комиссар, я с боем вырвался. Полицаев пострелял. Я ж пришел. Я ж чисто сердечно. Уведите его. Кто должен прийти на явку? Сашко из города и связной из Колесова. Их наверняка уже ждет засада. Связной должен к вечеру подойти. А вот пацан должен скоро быть на маяке. Надо послать людей. Не успеют. Немедленно туда людей. И связных, в Ровно, Клёсов, Гощу предупредить. Явка закрыта. Ну что с ним делать? Расстрелять к чертовой матери. Нет никого. Он сейчас назад как пришел. А может, он в городе задержался? Пошли. Однажды этот человек уже изменил своей родине. Нарушив присягу, он сдался в плен врагу. Хотя должен был застрелиться. Простите, братцы. Теперь, когда ему была предоставлена возможность искупить свою вину перед родиной, он совершил поступок во вред нашей борьбе. На пользу гитлеровцам. Командование отряда приняло решение расстрелять Косульникова. Простите, братцы. Простите.
Beenden muss man so. Закончить надо так. Alles oben angeführte. Все вышеизложенное. Может подтвердить офицер немецкой армии, обер-лейтенант Пауль Зиберт, уроженец Восточной Пруссии, сын бывшего управляющего имением барона Шлобиттена под Кёнигсбергом. Надеюсь на вашу милость и великодушие. Да поможет нам Бог. Хайль Гитлер. Мне Валентине Довгер. Deutsche Nationalität. Немки по происхождению. Ihren Vater von Banditen ermordet wurde. Отец, который был замучен бандитами. Wegen Zugehörigkeit. За принадлежность zur arischen Rasse. К арийской расе. So bitte bin genötigt. Приходится. Ohne Arbeit und Brot zu bleiben. Приходится сидеть без работы и без хлеба. Oder zur Arbeit nach Deutschland. Или же ехать на работу в Германию. Fische. Nach Deutschland zu fahren mit Russen und вместе с русскими и украинцами. Значит, вот здесь, пиши, пиши. Beweisen Sie die Прошу eingeräumte Gnade, не дать восторжествовать, dass auf keinen Fall der Ungerechtigkeit несправедливости über die Gerechtigkeit triumphieren, берущий иногда верх над правдой. Wer schreibt, triumphieren wird. Подпиши, Валентина Довгер. Ну, все правильно. Я. Ich denke, so ein gesuchtes После Fräulein. Такого заявления, я думаю, в просьбе фройлен не откажут. Гауляйтер сейчас в Берлине, вернется 10 мая. Вот тогда мы и доложим о заявлении. Если она действительно немецкого происхождения, ей надо помочь. Обязательно помочь. Вместе с ней явитесь и вы. Возможно, Гауляйтер сам лично захочет убедиться, что за фройлен ходатайствует немецкий офицер. Вы, господин капитан, золотой человек. Как только Валентина Довгер получит удостоверение Volksdeutsch, в ближайшее же время она станет фрау Валентина Зиберт. Между прочим, не надо Гауляйтеру говорить о свадьбе. Речь идет просто об исправлении ошибки в судьбе человека немецкого происхождения. Я доверяюсь провидению. Если вы, господин капитан, мне поможете, я буду благодарен вам всю свою жизнь. У вас есть документы, что ваши предки выходцы из Германии? Все документы были у отца, они пропали, когда он был убит. Почему вы не хотите ехать в Германию? Моя мама серьезно больна. Кроме нее у меня сестра. Я содержу всю семью. Я знаю языки: немецкий, украинский, русский, польский. Могу быть полезной здесь. Немецкий не упоминай, ты на нем будешь говорить. Побольше достоинства. Не проси его, а поделись с ним своим горем. Я думаю, в любом случае он захочет меня увидеть. Если он примет тебя первой, после разговора с ним, постарайся найти повод, чтобы идти. И запомни, Валя, никакой личной инициативы. Действовать буду я, ты только ширма. Попробуем проиграть еще раз все варианты. Он захочет со мной увидеться, скорее всего, чтобы выразить свое недовольство нашими отношениями. Если он примет нас двоих, действовать, как договорились. Если он примет тебя одну, сразу после разговора с ним, постарайся найти повод, чтобы выйти на улицу. Там будет ждать тебя экипаж. Никаких лишних слов. Запомни, действовать так, как договорились. Действовать и отвечать так, как договорились. Ничего лишнего.
Слушайте, а если он примет меня одну? Если он примет тебя одну? Попробуй. Ого. Есть. Хочешь стрелять двумя руками? Ты не успеешь открыть свою сумочку, как окажешься в руках охраны. А вернее всего, тебе придется расстаться с ней в бюро пропусков. А вы обязательно будете стрелять? Я буду стрелять, если буду уверен, что убью. Ну так что с пролеткой? Ты же всех извозчиков знаешь. Пока нет. Но будет. Как бы не пришлось идти пешком. Ну и что? Пешком так пешком. Вообще, фаэтон нам вряд ли пригодится. Я бежать не собираюсь. Да что ты заладила? Не знаешь, зачем фаэтон нужен? Ну ладно, хватит. Ну что она? Это Шмидт. Валя, меня нет. Здравствуйте. Добрый день, Шмидт. Обер-лейтенанта нет дома. Передайте, пожалуйста, ему эту записку от капитана Бабаха. Завтра в 14:00 прошу прибыть в райискомиссариат. Гауляйтер готов принять вас и вашу невесту. Пропуска готовы. С уважением, капитан Бабах. Значит, завтра. Кох вернулся ровно. Акция назначена на 31 мая. Основные исполнители — Грачев и Долгер. Группа прикрытия — 5 человек. Когда можем знать результат? Радиограмма должна прийти числа 1-2, но радио Стокгольм может сообщить и раньше. Со 2-го на 3-е готовьте для них самолет. Что? У них нет шансов, товарищ генерал. Грачев разведчик, а не смертник. У него должен быть шанс. Готовьте самолет. Thank you.
Платок не забыли? Приехал. Ладно. Еще раз повторяю, Валя. Сразу же после разговора с Кохом, если он примет тебя первой, выходи на улицу и садись в экипаж. Тут хватит меня одного. Договорились? Договорились. Уезжай отсюда. Прошу наверх. Guten Tag. Здравствуйте. Подождите минутку. Я доложу о вашем приходе. Говорят, Гауляйтер сегодня в хорошем расположении духа. Есть надежда, что он не будет отказывать всем подряд. Будем надеяться. Вас готовы принять. Только фрейлин. Не волнуйся. Поясните мне вашу просьбу. Я получила повестку, но в данный момент болезнь матери не позволяет мне ехать в Германию. Она убита горем, гибелью отца. Я могу быть полезна здесь. Я знаю языки, русский, украинский, польский. Где вы познакомились с немецким офицером? Поезде. Я ехала в Киев к родне. Он был знаком с вашим отцом? Да, они познакомились в Варшаве. Где служит ваш друг? В настоящее время он служит по снабжению своей части и отправляет с фронта раненых. Давно ждете, господин полковник? Около часа. Разрешите присесть? Прошу вас. С кем из немецких офицеров вы знакомы в Ровно? С Миллером? Герхардом? Фон Ортелем? Фон Ортелем? Все? Все. Чем можете доказать свою принадлежность к Volksdeutsche? Дело в том, что документы были у отца, и они пропали, когда он был убит. Никаких документов. В приемной находится офицер, который может подтвердить, что знает ее отца и ее. Пусть войдет.
Вы свободны. Прошу, господин обер-лейтенант. Хайль Хитлер! Хайль! Nehmen Sie Platz. Можете сесть. Как вы осмелились, лейтенант, просить за русскую? Это не совсем так, господин Гауляйтер. Фройлен Валентина Довгер – чистокровная немка. Я прошу за нашу соотечественницу, которая может здесь ровно принести больше пользы, чем многие наши женщины в Берлине. Verzeihung, das habe ich nicht gewusst. Wer sind Sie? Кто вы, лейтенант? Ich bin Oberleutnant Paul Siebert. Я обер-лейтенант Пауль Зиберт. Родился в Восточной Пруссии под Кёнигсбергом. После ранения на Восточном фронте служу по снабжению, ожидаю направления на фронт, свою часть под Курск. Also, Sie sind mein Landsmann. Вы, оказывается, мой земляк, господин Зиберт. Prächtig, Sie sind ein richtiger Patriot. Похвально, что мой земляк такой патриот и так выслужился перед Родиной и фюрером. Wofür erhielten Sie die eisernen... За что награждены железными крестами? Первый за Польшу, второй за Францию. Когда были ранены? Осенью 41-го года, господин Гауляйтер. Nehmen Sie Platz. Hauptmann Barbach? Nein, der Gauleiter kann Sie heute nicht empfangen. Es wäre interessant zu erfahren, любопытно знать, господин обер-лейтенант, welchen Eindruck какое впечатление произвела на солдат и офицеров наша неудача с форсированием Волги у Сталинграда в прошлом году. Победа пьянят и кружит голову, господин Гауляйтер. Люди перестают оценивать реальные события, а в поражениях приобретают твердый дух и трезвый ум. Поражение заставляет думать. Солдаты и офицеры вермахта верят в победу Великой Германии, господин Гауляйтер. Я этому рад, иначе и быть не может. Послушайте, Зиберт, вашу просьбу я удовлетворяю. Советую вам не задерживаться в Ровно более двух недель. Скорее отправляйтесь в свою часть под Курск, где фюрер готовит генеральное наступление. Полный разгром русских. У вас будет возможность отличиться. Herr Hauptmann, der Arzt verordnete mir noch mindestens 3 Wochen Krankenhausaufenthalt. Und ich erhalte heute den Befehl, in 3 Tagen bei Ariel zu sein. Guten Tag, Herr General. Да, господин генерал. Ein Moment, Herr General. Момент, господин генерал. Bitte um Verzeihung, Herr Gauleiter. Прошу прощения, господин Гауляйтер. Генерал Даргель хочет знать, когда вы его сможете принять. Danke. Благодарю вас. Herr General, der Gauleiter erwartet Sie. Nein, Herr General, können sofort kommen. Aber meine Einheit ist bei Tichwin. Wieso, Ariel? Wir sind 47 Offiziere aus verschiedenen Truppeneinheiten und alle müssen nach Ariel. Aus dem Russischen übersetzt bedeutet Adler König der Vögel. So, alles in Ordnung. Все в порядке. Документы ausstellen. Оформить документы, предоставить работу в Рейхскомиссариате. Ist Ihnen schlecht? Вам плохо? Nein. Es ist die Freude. Ничего, это от радости. Ich gratuliere Ihnen. Поздравляю вас. Благодарю вас, господин капитан. Ну что нам дал визит Коху, кроме решения моей судьбы? Почему вы не стреляли? Почему вы не стреляли? Прекрати истерику.
Успокойся. Грачев не стрелял, товарищ генерал. Что значит не стрелял? Медведев сообщает, что, по словам Грачева, Кох за два дня до аудиенции вернулся из Берлина. Так что сведения у него самые свежие. И вот что он сказал. Дословно. Советую вам не задерживаться здесь больше 2 недель. Возвращайтесь скорее в свою часть под Курск, где фюрер готовит генеральное наступление и окончательный разгром советских войск. Это будет последний удар, после которого полетят к черту и второй фронт, и большевизм. Медведев прилагает подробный анализ разговора Грачева на аудиенции с Кохом, анализ движения воинских эшелонов через Сдолбунов, ровно Ковель, анализ разговоров немецких офицеров, анализ... Ну-ка еще раз, то, что дословно. Советую вам не задерживаться здесь больше 2 недель. Возвращайтесь скорее в свою часть под Курск, где фюрер готовит генеральные... Стоп. Это же новые сроки. Новые данные о сроках. Новые, товарищ генерал. О том, что немцы стягивают в район Курска и Орла большое количество войск и техники, сообщают и другие группы. От Черного. По маршруту Брест-Барановичи прошло 12 платформ с новыми танками, закрыты брезентом, выглядят приземистыми, длинные крупного калибра пушки и необычно широкие гусеницы. Ну, о сроках это новое сообщение. Дайте-ка посмотреть. Черному объясните, что выражение «длинные пушки» и «широкие гусеницы» практической ценности не имеют, пусть сообщат калибр. Точную ширину ходовой части, толщину брони, состав экипажа. Какое сегодня число? 2 июня. Медведев ведь может там под горячую руку-то Грачева. Грачеву радируйте мою личную благодарность. Понятно. Сроки для нас важнее. По Ортулю нет ничего нового? Пока ничего, товарищ генерал. Передайте, пусть поторопится. Ортуль вредная птичка. Разрешите идти? Идите. Не советую задерживаться больше 2 недель. Больше 2 недель. 2 недели. Антон, номеру 1334, добыл 2 желтых горшка. Груз отправил вместе с ранеными с Федоровского аэродрома. Тимофей. Так, понятно. Снаряды химические, новые. Классифицирую их как 75-миллиметровые снаряды к штурмовому самоходному орудию или длинноствольной танковой пушке.
Непосредственным исполнителем за это не ниже красной звезды положено. М? Могу взять с собой? Нож только оставь. М. Разрешите, товарищ полковник? Да. Тяжело ли, да? Тяжело. Ну, иди отдыхай. Штаб просит активизировать работы по Ортелю. Когда у нас следующая связь? 5 утра. Wissen Sie, Siebert? Знаете, Зиберт, вы мне чем-то глубоко симпатичны. Не пытайтесь отшучиваться. В этом мире вряд ли найдется десяток людей, которым я симпатизирую. Почему? А вы можете мне назвать 5 человек из наших общих знакомых, которых вы хотели бы считать друзьями? Пожалуй, нет. Ну вот. Да бог с ним. Давайте поговорим лучше о вас. Скажите откровенно. Вот вы имеете ранение на фронтах, 2 креста. Неужели вы все еще рветесь на фронт? Я солдат, господин майор. И мой долг быть там, где сегодня решается судьба Германии. Великолепно. Но почему вы думаете, что наша борьба с врагами ведется только на фронтах? Понимаю вас. Этот город набит большевистскими диверсантами, да? Не говорите так легкомысленно, Зиберт. Партизаны? Это серьезно. К нашему величайшему сожалению. Не завидую тому, кто имеет с ними дело. Я? Господин штурмфюрер? Да? Извините. Вот фотография, которую вы просили. Это, если не ошибаюсь, Шилова, дочь осужденного за антисоветскую деятельность, как они это называют. Ну что, у вас есть вкус. Считайте, что ваш выбор одобрен. И не надо быть таким мрачным, товарищ политик. Entschuldigen Sie, Siebert. Скажите, откуда вы знаете русский? Я им занимаюсь давно. Вы что-нибудь поняли? 2-3 слова. Я знаю несколько десятков русских фраз по военному разговорнику. Хоть я не люблю этого делать, но скажу вам. Владею русским как родным. Ручаюсь, не отличишь меня от русского. Я много раз убеждался в этом. Ну, конечно, когда на мне нет этой формы. Пауль, мне кажется, что вы из той категории людей, которые умеют хранить тайну. И свою, и чужую. Поэтому так уж и быть, скажу вам. Мой русский не результат ночных бдений над учебниками. Конечно, приходилось делать и это. Я имел случай перед войной 2 года прожить в Москве. Если не секрет, чем вы там занимались? Чем я мог заниматься? Конечно, помогал большевикам строить социализм. Понимаю. Вы разведчик. Не старайтесь выглядеть вежливым. Про себя вы подумали другое. Шпион. Так? Что ж, не буду скрывать. Именно так я и подумал. Простите, господин майор, но у нас армейцев эта профессия не в почете.
Напрасно. Bei aller Achtung vor Ihren Eisen... При всем уважении к вашим крестам, я могу держать пари, что нанес больший урон большевикам, чем вся ваша рота.